Ребятусики, ребятусики, привет, мои дорогие, я всех приветствую на своем канале. Ребята, посмотрите, какие я обалденные монеты купил в Полтаве на барахолке. Завтра опять туда иду. Это нечто. Посмотрите, какое состояние у монет, ребята. Это просто, это, ну, обалдеть. Ну, нет слов. Сейчас я покажу вам. То тут по обраточке некоторые. Вас удивит, как всегда, цена, по которой я это все покупаю. Значит, что получилось? Все вот эти цари, кроме двушки. Вот смотрите, цари. Раз, два, три. Двушечки. В общем, кроме 2 копеек 2004 года, я их купил по 10 гривен. Ребята, по 10. Вы можете себе представить? Вот состояние. Ну, обалдеть. И бинго, ребята, бинго. Ну, я думаю, что я не прогадал. Я, конечно, не разбираюсь. Но монета вот эта, которая внизу, это монета Китая. Довольно-таки очень редкий экземпляр. Найден лично Копачом. Буду выставлять на форум. Посмотрим. Я ее купил за 150 гривен. Не знаю, попал в точку или нет, но у меня были несколько китайских монет. Я их довольно-таки дорого продал. Я вам рассказывал на стримах. В общем, узнаю. Кому будет интересно, расскажу. Ну, друзья, такие монеты купить за по 10 рублей. Ну, извините, это мега. Просто мега. Опять же, таких можно перепродать, можно в коллекцию. Вот вензеля, все сами видите. Вот так, мои хорошие. Подписывайтесь на канал, ставьте мега лайки, задавайте вопросы, комментируйте. Начинающие блогеры, не забывайте заказывать пиар на моем канале. Также каталоги не забывайте украинской ходячки покупать. И следующий момент, уроки по антиквариату и нумизматике. Тоже обращайтесь. Пишите на Viber. С вами, как всегда, Мега Дэнди Перекупщик.